Привет, друзья! Приехали сегодня к Сашиной маме. Вот такая кошечка у нее милая. Привет! Саша колет дрова на улице. Привет! Играет тут, играет. Оп. Ну, покажи, как ты играла только что. Бумажка. У нас барсик уже большой такой. Маленькие такие прикольные. Да? Маленькие хорошие, как детки. Как детки, играются так же. На, бумажку свою, на, играй. Военный, красивый, здоровенный. Привет. Привет. Че, кокарду убрала, что ли? Ну, оторвалась. Че, сложили? Да. Вот, папочка наколол дров немножко, мальчишки сложили. Все, скоро домой поедем уже. Здесь, смотрите, какая красота. Лес. Снежок уже тоже. Мальчишки мои. Слава с Мишей. Че, пойдем? Птички поют, представляете, солнышко. Красота. Ой, кто-то печку затопил. Ну что, поедем? А? Поедем? Вот. Или чай будете пить? Так, сейчас. Дымок, дымок. Велосипед. Велосипед. Тренажер. Да. Пусть крутит. Крути педали. По утрам будет. Друзья, у нас уже следующий день. Сегодня Семёшку пытаемся постричь. Папа будет постригать, а мы булочки стряпать. Это наше? Что наше? Это наше. Наше. Саш, ты что, под мелкую насадку ты одень эту-то? Пожалуйста, поглянись. Ой, не знаю, как мы это сделаем. Пришли из детского сада и вот нужно успеть постричься. Сейчас, иди ко мне сюда. Семочка стрижется. Какой молодец. Тут такой массаж. Да. Какой массажик. Да. 14, это что, мам? Что 14? Это секунды там у меня считается. Запись сколько идет. Но там еще другие насадки. Да, разные. 27, 28. Угу. Там еще где-то лесочек был. Красавчик сейчас будет. Мам, там есть лесочек? Да я тут посмотрю, у меня не видно. Все. Мне нравится, смотри. Папа, когда я вот так говорю, то вот так тихо. А когда я вот так говорю, то... Громко, да? То громко. Кто передник уронил? Ваня, подними. Это сами. Сейчас впереди под ноль? Нет, в смысле? Так какой ноль? Ты что, все под одну насадку делаешь? На под две? Нет, так уже под три. Ой, тихонечко. Так, мальчики, не ссорьтесь. Ну-ка, тише, Саня. Ласточка такое. Тише, тише, ребята. Будем делать сладкие булочки с вами. Обычные, по-быстрому. Времени особо нет. Твозиться. Кунжут там можно посыпать. Мак кончился у нас. Есть повидло, но не знаю, будет повидло. Они не любят. Только сахаром и все любим. Сейчас мы еще немножко на память поснимаем.
первую стрижку? Что первую-то? Ну, такую конкретную-то, первую. Нет, в смысле, я машинку стригу уже. Стриг уже? Да. На лысо, да, когда тогда? Ну, не знаю, все они совсем на лысо. Значит, это вторая стрижка у нас. Вот так, Семенька, Семенька. Да, по-моему, почти на лысо стригли первый раз. Ну, торчит тут. Что это? На. Тише, ребята, я же снимаю. Идите к себе в комнату пока. Мам, я хочу пока что тебе помогать. Сейчас мы хотим поснимать Сёму. А я не буду фартук одевать. Слюни пускает. Я не хочу фартук одевать. Надо волосы прибрать. Шортики неси сюда. Такой мой. А Семенька, Семенька. Чубчик тебе оставим, да? А, Семенька, Семенька. Саша, это что-то вот, смотри, здесь немного. Нормально. Тихо. Мам. Да. Папа меняет фильтр. И воду где-нибудь прогони. Так, Ванюша, включи, пожалуйста, там в душе или где-нибудь воду. Ага. Вот у нас пока горят. Просто открой все. Чтоб там набралась. У нас вся система под полом находится, и фильтр тоже. Ну, благо, что где-то здесь рядом хотя бы. Пошла вода! Закрывай. Ой, она рыжая такая. Все прогналась. Закрываем. Там тоже везде закрывай.
зарядку делают, а? Что вы там-то все собрались? Мама, все поделали. Вот, все готовится. Тут же мальчишки кушают. Потому что Диме сейчас нужно идти готовиться к экзаменам. Сейчас купил курс. Ну, вернее, он онлайн идет по физике. Физику будем сдавать в ЕГЭ. Поэтому 3 раза в неделю. С 8 до 10 у нас занятия с волейбола. Пришел, у тебя 5 минут, Дима. Быстренько сейчас покушать и идти на занятия. Много у вас учеников там? Около сотни. Около сотни? Ничего себе. Ну, хороший такой преподаватель. Сам, как сказать, как студент или как... Ну, молодой такой, да? Позитивный очень, хорошо объясняет. Ваня, ну, себя не вытирайся, ну... Чай-то налейте, молочко. Давай налью, тут ты не нальешь. Садись. Слава, ты будешь молоко? Чай? Ванюша приготовил. А Саня-то, который приготовил, где она? А, она там с сахаром, я ее уже поставила. Ну ладно, кушайте. Здоровья. Guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 on Blue Rock. Memories of 6 kids running around those halls. Then out in